Кызылординцы – лидеры по темпам вакцинации от коронавируса. Эта область возглавила список регионов по доле населения, получившего прививку от опасной болезни. На сегодняшний день там первый компонент препарата получили более половины жителей. По республике же этот показатель уже приблизился к 56%. Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы свыше 60% граждан страны получили положенные прививки. При этом мнения казахстанцев в этом вопросе разделились. Одни считают, что нужно в срочном порядке получить прививки, чтобы обезопасить себя и окружающих. Другие не верят в результативность этого профилактического мероприятия. Всем советую ставить вакцину. Польза в этом есть. Нужно, чтобы родные не болели. Делали вакцинацию, все равно не помогает. Разницы нет, все равно люди болеют. Считаю, что должны все вакцинироваться. Потому что без вакцины, мне кажется, ничего не получится с этой болезнью бороться. Между тем, учеными уже доказано, что полная вакцинация в 3 раза снижает риск заражения коронавирусами. Даже если инфекция все же попадет в организм, перенести заболевание можно в гораздо легкой форме, уверены эпидемиологи.